Армагеддон, Тіп-Капі, опять же, очень длинный, 22-24, стенка до миллиметра у него идет, то есть 0,5-1 миллиметр. Растения тоже высокорослые, очень урожайные. Ну, Тіп-Капі, в принципе, наш рынок пока как к черному томату к нему относится, не сильно воспринимают. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.